в США сейчас, которые были выиграны, а к этому мы еще добавляем Кубок английской лиги. Лукаку открывает счет. Какая ошибка самого дорогого вратаря. Выскочил из ворот Эдерсон Сантана. Ромелу Лукаку забивает первый мяч за Манчестер Юнайтед. Блистательный, блистательный Ромелу Лукаку. Как он сумел опередить вратаря Эдерсона. Ну и согласись, угол-то был острый, был далеко до ворот, и мяч был в не самом удобном, скажем так, положении для удара моментального. Но Лукаку сумел сориентироваться и пробил вот так первым касанием. И попал точно в ворота. Вот он, Ромелу Лукаку, нападающий от бога. Ну и посмотрим еще раз, что здесь сделал Эдерсон. Выскочил как на пожар спасать отечество. При том, что все-таки двигались в сторону ворот еще два защитника, а мяч уходил как раз-таки из штрафной площади. Вместо этого, вместо того, чтобы спасти, Эдерсон оставил свои ворота пустыми. И, собственно, в них-то устраивала нестабильность. Отсутствие стабильности – это главная проблема Лукаку. Говорил тогда Жозе Мауриньо, и вот эта стабильность появилась. И вот Лукаку снова у Мауриньо. А Манчестер Юнайтед снова в атаке. Опасно! Удар! Гол! Маркус Рэшфорд! 2-0! 2-0 буквально в течение двух минут. Юнайтед делает себе серьезное преимущество. На этот раз Мхитарян атаку разогнал так, как надо. И в итоге сделал очень хороший пас на ход Рэшфорду. Тому только надо был мяч обработать. Смотрите еще раз, как играет Мхитарян на Рэшфорда. И далее Маркус одним касанием мяч обработал. И вторым. Точно, если Лукаку бил в ближний угол, то, соответственно, Рэшфорд уже в дальний. Прекрасная комбинация. Ну и я думаю, что сейчас Мауриньо доволен окончательно тем, как его команда проводит этот отрезок. Ну и заметьте, в Хьюстоне звучал... Ты его чувствуешь? Чувствуешь это противостояние и чувствуешь болельщиков. Несмотря на то, что ты очень далеко от дома, удар дальний, поворотом, вот они! Где мои 17 лет? На большом каретном Фил Фоден. Зарядил так зарядил. Да, удар отнюдь не на 17 лет. Удар классный получился у Фодена. Еще раз посмотрим, как пробил Фоден в ближний угол, и Дехея. Браво испанскому галку. Далее пас по правому флангу. Рэшфорд получает мяч. Очень грамотно Рэшфорд уходит на фланге и оттуда уже атакует. Какой удар получился! Что это было только что? Есть полное ощущение, что это была передача на Ромелу Лукаку, но мяч сошел с ноги. Вот посмотрите. Посмотрел на своих партнеров Маркус Рэшфорд, и мне кажется, что все-таки выполнял передачу. Но траектория просто сумасшедшая. И сейчас, конечно, Эдерсону, который остался в составе, было очень и очень непросто переправить этот мяч. Челси. Ну, здесь такой любовный треугольник. Да, очень хотел Антонио Конте заполучить Ромелу Лукаку. Не получилось. В итоге другой форвард, про которого говорили. И снова Лукаку! И снова Лукаку бил. Как раз, еще раз смотрим. Ну, посмотрите. Убрал одним касанием, усадил Стоунза на пятую точку. И как дал с левой. Ровно в крестовину. Прям в крестовину. Действительно, могли не выдержать ворота такого напора. Но, к счастью, все нормально в Хьюстоне с воротами. Сри. На правом фланге мяч. Снова Самир Насри с мячом. Рядом Габи Жезус. Передача классная в штрафную площадь. Подбор за Сити. Неточный удар со стороны Фодена. Но вот здесь Ромеро здорово успел выйти и снял мяч у Диаса. Но при этом подбор был за футболиста Манчестер Сити. Если бы он был бы чуть-чуть точнее, это Филипп Фоден, как уже говорил Михаил, то должен был случиться гол. Потому что позиция была убойная. По сути, сопротивления не было. И Фоден, мне кажется, растерялся. Пробил, ну, чересчур поторопился. А здесь Диас еще и по голове кулаком Ромеро досталось. Ну вот они, 18-летние звездочки Манчестер Сити. Это опять же 17-летний Диас. Так настырен, ошибка. Дальний удар. И угловой. Неплохо действуют футболисты Ман-Сити в эти минуты. Уже два хороших эпизода. Удар Фернандиньо, между прочим, был. Который также на поле с первых минут матча совсем разный у него. Который в рамках международного...
goes for goal himself and finds it. It trickles in. Joe Hart made no effort. And Manchester United, totally against the run of play, have taken the lead in the derby. Well, it was counter-attack from Manchester United against the run of play. Raphael, and Rooney's in again. He's got two. Inside the opening half an hour. And he's moved to the 150 Premier League goal mark. But much more important, he's taken. Managed to get level here for the first time since then. Zabaleta! Argentinians to play an attack, but it's the defender who's delivered. Well, we mentioned that the captain had had a frustrating sequence of that, really. Here he goes, and it's in by the deflection. What a derby debut! There's every chance he's won it for Manchester United. Well, Pablo's, I believe it, but that's why Robin Van Persie was signed by Manchester United. It does take a deflection. He was flapping it around Joe Hart. He moved left, he moved...